сейчас я нахожусь в Швейцарии. Это кантон, как называется этот кантон, Мари-Клер? Кантон де Во. Кантон де Во, да. Это далеко от Франции? Это не так далеко, несколько километров. Отлично, только. Хорошо. Да. И я, дорогие друзья, я очень-очень рада, потому что здесь много снега. Ура! Хорошо, и это чуть-чуть импровизированное видео, поэтому я просто хочу вам рассказать о лексике снега. Значит, здесь вы видите, это снег. Снег, да, много снега. И там далеко есть горы. Но мы можем видеть горы сегодня? Сегодня это невозможно. Да. Потому что немного тумана. Да, да. Но вчера мы хорошо видели, да? Мы хорошо видели Монблан. Монблан, да. Монблан – это самая высокая гора Франции. Монблан значит «белая гора». Да, да, да. Потому что там всегда есть снег? Всегда есть снег, да. Отлично, да. Хорошо. И какой сегодня снег? Сегодня снег, по нему очень хорошо гулять, да? Это он твердый? Твердый или мягкий? Твердый. Твердый снег. Твердый, да, да, твердый снег. Снег, да. Очень хорошо гулять. И когда идет снег, когда снег идет, да, это маленькая-маленькая часть снега, это снежинка. 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 Снежинка, да. И когда есть очень много снега, большая куча снега, это сугроб. 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 Ну, сейчас не очень много сугробов. И здесь это... здесь нет гор, это не горы, это холмы. Холмы, холмы, да. Холмы, да. Холмы. Здесь много холмов, да? Да. И это хорошо гулять по холмам? Это очень хорошо гулять по холмам. Отлично, да. Так. И что можно делать здесь в Швейцарии? Можно просто гулять с палками. Это палка, да, можно гулять. Или можно тоже каким спортом заниматься? Кататься на лыжах, кататься, конечно. На лыжах, да. Да, кататься, да, на лыжах. И тоже есть снегоступы. Снегоступы – это такие плоские, как лыжи, да? Угу. Ты можешь ходить по снегу. Да, да, да. А на сноуборде здесь можно кататься? Да, это возможно кататься на сноуборде. Да, правда? Да, да. Так, и что здесь можно в этом регионе, что здесь интересного? Лес. Да. Озеро. Да. О, эти деревья – это ёлки. Это ёлки, да? Это ёлки. Так, да, есть, да, красивое озеро, озеро Леман. Озеро Леман, да. Да, да, да. И... А, ну, я думала, что в Швейцарии много коров. Где все коровы? Где коровы? Коровы не здесь зимой. Да? Нет, да? Они не остаются здесь зимой? Нет, нет, они не остаются зимой. Хорошо, хорошо. Зимой. Так, и тоже есть много красивых мест, да? Угу, да. Сегодня солнце, снег блестит, да, так что мы пойдем гулять. Да, да, да. Ну все. А, да, если вам нравится мой канал, мои подкасты, подкасты и статьи, пожалуйста, подписывайтесь на него и вступайте в клуб «Русская дача». Ну все, пока-пока, я пошла.